Ну что, ребята, народ, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Сома. Да, интересная игрушка, интересно. Очень далеко прошли с вами. Прошлой серии мы с вами остановились где? Правильно. Мы дошли до какой-то темы, нам показали какую-то сцену. Еще попались к какому-то монстру, блядь, не монстру, чешо. Не знаю, куда надо было бежать, я просто побежал прямо, опа, и там, блядь, какой-то хуй. Вот, и, собственно, да, и нам показали касцену какую-то. И после эту дверь заблокировали, открыли другую, которая была закрыта. В общем, если вы ничего не поняли, да, ссылочка в описании на прошлую серию, и там в подсказочках, в правом или верхнем левом углах, что там подсказочка на прошлую серию, на плейлист, в принципе, да, с полным прохождением данной игры, поэтому обязательно посмотрите, если вы не в курсе. Вот, а мы, собственно, начинаем, да, приятно аппетиту кушать, приятно пить или черепить кофе, блять, что? Да нахуй, блять, короче, приятного питья воды, чая или кофе, приятного аппетита, кто кушает, приятного вам просмотра, узнаешь поудобнее, одевайте блядик обязательно, да? Сейчас приятного просмотра, а мы, собственно, начинаем. О, привет! Собственно, здесь мы с вами остановились, да? Объясняю. Вот эта дверь была открыта, теперь она закрыта. Да. Thank you.
ушел обратно. Блять, что? Да, трэш. Фонарик он тоже реагирует. А в воде можно было спрятаться. Там, конечно, надо куда-то пройти с тобой, да, что-то активировать и съебаться от него. Пошли за ним еще.
Не, вон он нес. Посъебан на нем. Ну, сейчас здесь такой же будет, я уверен, блядь. Да, блядь. Канает до канала.
Смотри, чекаешь? Чекаешь? Наверное, сюда надо. Не знаю. Блять, ну наверное сюда нам. А еще он манится на звуки просто, и все реально. Как типа нехуй делать, в принципе. Я не знаю, туда мы идем, не туда, блять. Ну вроде туда. По идее должны. Сейчас должен сохранить сработать туда. Если не туда, значит обратно. Возвращаться. Пиздец, блядь. Конечно, было проще, если бы мы выбрали вообще минимальный, да, там уровень сложности, то есть когда тебе вообще, ну, они никак тебя не трогают, эти монстры, да, было бы проще проходить, конечно. Но не было бы так интересно, я думаю. Thank you.
Да, идет, спали. Пока он пройдет, бля, мне вообще ничего не видно, у меня все черное, ребят, на экране, все черное, бля, вообще, ну, темнота полная, только вижу, блядь, эту кнопку и бучу. А у вас вижу прям пиздец, все видно, нахуй. Давай, иди уже, блядь. Пошли потихо. Путин нам даже дверь открыл. Куда нам, блядь, с тобой? Там лестница, я вижу, а как? Чем сломать замок нужно, блядь? Идет. Thank you.
идет. Да, изи, да, изи, но. Да, главное, чтобы не было того, который, блядь, просто нельзя смотреть на него. Это пизда просто. Его пройти хуй знает кто может. Для паркур чешо здесь начался, или что, блядь? Просто не шарю, куда нам здесь. Ну, явно не туда, значит, нам вон туда, да, получается. Значит, неправильно пошел. Да. Сюда. Блять. Да. Ой, блять, ну вот это плохо. Да, он туда, скорее всего, да, правильно, прям шло. Отсюда мы тоже пришли. Либо он туда нам с тобой. Ну, куда идти? А вон, вон, я вижу все.
Блять, вот нихуя не видно, честно сказать. Паркур, что ли, блять? Где начало всей этой карусельки? Ничего не пойму, честно слово. О, вот здесь именно. Да. Теперь правильно. Да ебаный. Давайте расходим. Но это вообще гараж. Ну, она сказала, что нельзя ее использовать вообще, в принципе. Да, куда подойду? Значит, я правильно дошел. Значит, мы все-таки с вами правильно сошли. Где лестница? Блять, ну ёп. Туда нам. То есть все правильно мы с вами тогда шли. Просто надо это понимать. Потому что в другом я не вижу никакого варианта. Вообще никакого варианта у него. Что другого, а вон еще какие-то лестницы смотрел есть. Даже. Там какие-то лестницы есть вообще. Нам надо высоко подняться или что, блядь? Вот этот проход, видишь? Там лестниц никаких вроде нет. Наоборот, вон здесь уж нужно подняться. Что вон лестница, видишь, еще вон. Добраться типа нереально. Вряд ли нам вот туда, да? То ли нам надо прям высоко-то подняться, то ли нам нужно в то отверстие, где я видел. Сейчас посмотрим. Эй, дядь, он ниже спускается, слышишь? Понятно, на ЕПТВ.
Дальше тут один вариант, я так понимаю. Вот так, вот сюда. Вот сюда, потом вот сюда. Уж там дальше, ну там вообще ничего нету. Видишь, там негде подниматься дальше. Только если вон там было. Но там смысла нету. Вообще, ебать, все запутано нахуй. Либо нам вон туда все-таки. Либо нам вот сюда. Сейчас покажу. А, да? Подожди. Вот, либо нам вон туда с тобой. Сейчас мы с тобой это и посмотрим. Ну что там выше, дальше все лезть, вот выше, да? Вон. Смотри. Видишь, там ничего нету. Там выше ничего такого нет. Здесь сетка у нас. Ну, бля, либо он туда нам, сейчас пропаркурить нужно будет. Либо сюда, куда я сказал. Я просто не понимаю, куда. И там вон лестница есть. Нам, скорее всего, сюда с тобой. Бля, очень страшно, хуйня. Ну да. Запечатала тоннель. Она не хотела, чтобы Айкер шел за нами на Омикрон. О, черт, она ранена. У нее течь в костюме. Надо доставить ее на Омикрон. Черт, плохо дело, очень плохо. Твою мать, нет. Не видела? Как он там появился, хуй его знает. Там сюда? Нет. Но здесь ничего такого не должно быть, по крайней мере, как я думаю. Ой, блядь. Так, давайте найдем Омикрон. Thank you.
Блять, дядя! Бать, чё вышли лезть? Дядя, не надо. Не-не, я тебя трогать вообще не буду. Не хочу. Она сказала, что она плохая. Она сказала, что... Не могу разобраться. Кэтрин? Что? А, вот ты. Где мы? Мы рядом с Омикроном, небольшим зданием, соединенным с главной станцией. Разве не видно? Нет, у меня ограниченный обзор. На мой доступ к системе наложены сильные ограничения. Нашли энергокостюм? Пока нет. Пытаюсь выяснить, как попасть в Омикрон. Большое здание. А, ладно. Продолжайте. И все? Больше ничего? Удачи. Спасибо. Кэт, а как вам удается с этим смириться? С чем? Ну, хотя бы с тем, чтобы говорящая коробка, а не человек. Ну, это неплохо. Значит, вас совсем не беспокоит, что у вас нет тел? Скоро будет. Вы прямо пробуждаете во мне самосознание. Да ладно, я серьезно. Мне и человеку-то не очень удобно было. Начнем с того. Невелика разница. Я бы испугался, если бы двигаться не мог. Хорошо, что в коробке вы, а не я. Будь у меня тело, все было бы чуточку проще, но вы и так хорошо справляетесь. Да, я подумал, вам же легче было бы, если бы вы могли размяться. Мои физические ограничения не полностью отражаются в восприятии. Я чувствую себя человеком, как и прежде, только подвешенным в воздухе. Что даже любопытно, если так подумать. Кэт, а зачем, по-вашему, меня создали? Зачем этот И, зачем Нио меня сюда перенесло? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем. Есть у меня предположения, но их не проверить. Как вы думаете, зачем Нио меня сюда перенесло? У Нио есть разные предназначения, но все они происходят из одной идеи — сохранить человечество. Когда в Землю ударила комета, и всех людей живых осталась только малая часть, Нио начало реагировать. Оно восстанавливает человечество? Думаю, да, но вряд ли под ним он понимает то же, что и... Должен быть способ снять блокировку. Осмотрите комнату. Кэрвин,
У нас более утоляющие остались. Звон в ушах просто адский. Прости, остались только сильнодействующие морфиновые. Давай. Просто голова уже взрывается. Нельзя, это для экстренных случаев. И Кэмерон думает, что звон прекратится, когда рост дойдет до 100%. Ну так пусть нахрен поторопится. Осталось несколько часов. Ты подожди. Сразу сообщи. Хорошо, я тут... Дела кое-какие есть. Короче, потом поговорим, ага? Конечно, Херб. Я перегрузила его черный ящик. У людей есть черные ящики? Здесь есть политика компании. Они записывают жизненные показатели, чтобы врачам было проще вас лечить. Вот как я слышу мертвого. Да, да, вы же можете анализировать черные ящики, как интерком над этим. Вы тоже слышите этот шум? Да, что это? Есть 877. Кажется, разгадал. Либо 28-28. Что? Почему у меня такое чувство, что нас заманили в ловушку? О чем это вы? Ну, как будто да. На Омикроне убрали заслонки. Блокировка отменена. Кто-то хочет, чтобы мы зашли внутрь. А нам туда и надо. В чем проблема-то? Идемте скорее. Блин, а в чем проблема? Знаешь, когда так легко все получается, пиздец. Ну, собственно, чё предлагаю я? Теперь так длинные, да, получается? Поэтому давай-ка мы с тобой здесь остановимся. Спасибо за просмотр, ребят. Такая серийка была. Блять, классная игра, прям охуенно. Что-то мне прямо зашла она, ебать. Нравится. Ну, в финале я все скажу, свое мнение. Вот. В принципе, все. Спасибо за просмотр, ребят. Вот такая серийка была. Кстати, лайк, кто-то с неганом, тебе сложно, мне приятно. Это твоя поддержка мне. Гром заранее. Спасибо заранее, кто это делает. Перейдем к нам в ваших ранах, там инсайд и уведомления о видео есть, чтобы вам было удобнее, да, узнать, когда вышло новое видео. Так что, писать тоже будет огромной поддержкой мне. Спасибо заранее, кто это делает. Вот, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.